Привет всем любителям физики и физических экспериментов. 2,5 недели назад мы выложили на свой канал ролик «Двойной маятник», где показывали эксперименты с 2 типами двойных маятников. Я бы и сейчас показал, да уже все хозяйство разобрано. Объясняли, что при этом происходит, и делали такой небольшой численный счет в программе «Живая физика». А оказалось, что в это же время один из подписчиков нашего канала, причем очень активный подписчик, под никнеймом DRFR, тоже экспериментировал с двойным маятником, но как бы вот в компьютерных моделях, в которых он, похоже, больше мастер, чем мы. Ну и результаты получились столь прекрасными, что если бы мы знали тогда о них, мы бы, конечно, попросили разрешения включить их в наш основной ролик. Но поскольку поезд уже ушел, мы хотим все-таки догнать, заскочить в последний вагон и показать эти его эксперименты, конечно, с его разрешения, в дополнительном ролике, что мы сейчас и сделаем. И вот первый опыт. Мы видим двойной маятник, запущенный из некоторого начального положения и совершающий свои колебания. Но посмотрите, на самом деле здесь колеблется не один двойной маятник, а целых 10 тысяч, ну, равномерно распределенных по некоторому начальному состоянию. И сначала они колебались вместе, а теперь разошлись и вот так красиво описывают, заполняют пространство. Вот мы уже видим отдельные маятники, потому что их очень много. Они уже колеблются, ну, совершенно забыв о своем начальном положении. И еще посмотрите, а что вот это за такой синий круг в центре? А понятно, что это такое. У нас же есть первое звено маятника, закрепленное на неподвижной оси вращения. Вот это первое звено и заполняет первый круг. А еще, если приглядеться, есть пустота наверху. Это место, куда почти никакие маятники не долетают вторыми звеньями, а если долетают, то очень редко. В первом счете мы видели весь маятник целиком, ну или все семейство маятников, лучше сказать. А теперь мы посмотрим на второе видео, где виден только конец второго нижнего маятника. Это видео еще более красивое, на наш взгляд. А теперь повторение этого опыта. И вот сначала у нас снова эти 10 тысяч маятников близких колеблется. Но теперь раз, и изображения маятников отключились, осталось только изображение нижней точки второго маятника. Ну, и как бы эти 10 тысяч маятников своими концами растягиваются в линию окрашенную, синюю на одном конце и красную на другом. Линия начинает постепенно сгибаться, но пока что мы все еще видели линию. А теперь смотрите, раз, и эта линия как бы заполнила все пространство и начала местами дробиться на точки, потому что там маятники разошлись очень сильно. Но мы все еще видим какие-то куски линий, посмотрите. Однако вот этого дробления на цветные точки, красные везде, синие везде, все перемешано по всему пространству, и движение становится тем самым все более и более хаотичным. Ну а теперь смотрите. Нас часто просят, вот когда мы что-то покажем, а сделайте еще такой опыт, а сделайте еще такой опыт. Иногда мы даже делаем. Но на наш взгляд гораздо круче, когда мы можем показать не свои, а ваши опыты на эту же тему. Будь то компьютерная симуляция и реальный опыт. Если это сделано классно, заснято, но мы всегда его с огромным удовольствием покажем, чтобы больший круг людей это увидел. И всем нам от этого будет хорошо и здорово. Ну, а теперь я, наверное, обращусь вот с такой просьбой. А посмотрите наш ролик про двойной маятник еще раз и сопоставьте это с тем, что вы сейчас увидели здесь, в этом дополнительном ролике своими глазами. Может быть, еще что-то наложится, станет понятным, и в ваших комментариях вы под этим роликом напишите. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!